Добрый день. 259-й километр. ДМ-7. Да, поехали. Так. Ну вот сейчас в сторону Нижнего Новгорода дальнобойщики остановились, преградили движение. Но опасно, говорят, там баллон с газом. Вот метрах в 100, наверное, вот остановились. Тут целая толпа сзади образовалась. Движение в сторону Нижнего Новгорода перекрыто. Да, да. Нет, все, и мотоциклисты стоят, все стоят, ну, что-то. Говорят, в автомобиле, вот, который горит, там вот подошел водитель, который в этом автомобиле, не водитель, а пассажир, который в этом автомобиле был. Алло. Ну, у водителя есть такие повреждения на, там, царапины. Вот тут я не могу сказать. Сейчас я подойду, если водитель здесь. Давай. Все, извините, я тоже двигаюсь.